I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Всем привет, мы на канале Спортклик. В этот замечательный осенний день велосезон продолжается, дети пошли в школу, мы пришли в этот замечательный парк. Привет, Леха! Неожиданно, но приятно. И вот приехал Леха, наш механик, на Outlip Hardware S 22 модельного года. Мы его протестировали. И сейчас он нам расскажет о своих ощущениях от езды на этом гревеле. Ребята, всем привет! Да по поводу гревела что сказать? Он в своей среде обитания, как это говорится. Прекрасный сегодня осенний денек, и правда, мы выбрались немного за магазин наш, покатались по тропинкам, по трейликам таким совсем лайтовым. Вот, ну и, собственно, велосипед доставляет массу приятных ощущений. Едет очень плавненько, и что меня больше всего удивляет, несмотря на то, что руль-то здесь практически баран, как у шоссейного велосипеда, довольно уверенно. Когда здесь подходишь... какой-то измененный баран. Да, руль был заменен, собственно, так же, как и седло, и были установлены контактные педали, чтобы на нем было попроще наваливать, так скажем. Вот. Спуски довольно уверенно, несмотря на то, что когда подъезжаешь, есть ощущение, что... сейчас все пойдет не по плану, но нет, он держит, видимо, угол рулевой выручает довольно уверенно. На МТБшке, конечно, будет гораздо удобнее, но все-таки сравнимо даже с какой-нибудь вполне хорошей GT-шкой той же, например. На велосипеде можно перемещаться практически везде, что касается каких-то загородных троп. Отлично. Ну, давай пройдемся. Начнем с трансмиссии. Хватало ли тебе ее, вот именно вот этих передачных чисел, которые установлены штатно? Ну, на велосипеде я не так много проехал, на самом деле, но на спусках вполне достаточно. По асфальту хорошо, но единственное, что подъемы какие-то земляные, мне кажется, еще бы подольше и подлиннее эти подъемы будут, и передачки уже не хватит. Звезду хочется поменьше поставить, ну, либо вес скинуть, потому что велосипед именно в подъем не так охотно идет. Но это, возможно, мои личные предпочтения, я люблю, когда прям супер быстро. А велосипед же, наоборот, больше про какое-то такое расслабленное и спокойное катание.
Слушай, ну там, где ты сегодня катался, подъемы, да, навряд ли среднестатистический пользователь будет постоянно заезжать в такие подъемы. Я думаю, если уж совсем не хватит, можно и пешком зайти, а все-таки велосипед предназначен больше для путешествий и быстрой езды по твердым грунтам. По ощущениям, он прям создан для этого, потому что крайне приятно ощущается просто сама езда. Ты едешь спокойно, нет желания прям куда-то наваливать. В принципе, трансмиссия удовлетворительно вот, переключается четко, диапазона хватает. Ну, кроме прям тягунов каких-то совсем резких. Ну, таких сегодня-то и не было. Как тебе тормоза? Тормоза ничего. Спереди я бы поставил диск побольше, как минимум. Вот. Но в целом тормозят они хорошо. То есть с одного пальца в нижнем хвате более чем достаточно. Как бы там и на стопе можно встать. Переднее колесо на грунтах блокируется. Собственно, тормозного усилия, на мой взгляд, достаточно. Что скажешь про штатные покрышки? По покрышкам трудно что-либо сказать. Вроде держит. Конечно, на каких-то больших углах атаки проскальзывают немного, но с этим вполне можно справиться. Это естественно, сегодня немного сыро. Вот. Так что пойдут вполне. Ну, и общее твое впечатление вот, о соотношении цены-качество и вообще вот, с точки зрения предложения на рынке, понравилось, не понравилось, что ты считаешь? Ну, мне понравилось. За свои деньги, сколько он там в розницу, меньше 40 тысяч? Ну, да, где-то стоит. Так. Поставить сюда, ну, небольшой апгрейд сделать, то есть там сидуху под себя поставить, чуть другой руль, потому что баран, мне кажется, для путешествий немного не то. Ну, а так в целом, блин, ну, кайф, реально. Едешь уверенно, довольно быстро. Классная, классная штука. Ребята, если у кого-то есть мысли покупать, не покупать этот велосипед для того, чтобы отправляться в какие-то путешествия куда-нибудь в Подмосковье или, может быть, еще куда-нибудь подальше, очень классный аппарат. Поставить хорошую сумочку, навалить сюда бутербродов, чаю и, собственно, с палаточкой можно даже на пару дней куда-нибудь поехать, и вы получите массу-массу удовольствия. Отдельно скажу по поводу сумки. Сумка была сшита на заказ. Ссылка на компанию будет в описании к этому видео. Если кому интересно, мы пообщались с владельцем этого велосипеда. Он сказал, что ему с пересылкой, по-моему, она обошлась в 2700, что, в общем-то, крайне интересное предложение, тем более она сшита под именно эту раму. Угу. Очень большая, два отделения, то есть положить есть много чего. Еще отдельно хочу добавить по поводу цветовых решений. Вот существует бежевый, например, владелец этого велосипеда, он когда увидел этот цвет, он в него влюбился, пошел и купил. И сказал, что ему прям цвет зашел. Для таких, как я, существует эта же модель в черном матовом цвете, потому что кроме черного матового я ничего больше не приемлю. С красными вставками все, как я люблю. Поэтому на любой вкус и цвет Hardway S. Да, что еще? Сказать-то больше нам и нечего. Отличный велосипед за свои деньги. Я считаю, это, ну, наверное, лучшее предложение из гревелов на рынке. Я что-то не припомню, если честно, вообще аналогов даже этому велосипеду. Леха поделился своими впечатлениями, очень понравилось. Тем более, что здесь еще и колеса на промах, что крайне редко можно встретить в таком ценовом сегменте. Что, Максим, будем прощаться? Да. Поедем еще прокатимся немного. Да, мы поедем немного покатаемся. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Зене. Пишите комментарии. Друзья, хотелось бы у вас узнать, интересно было бы вам послушать ответы на ваши вопросы. То есть у нас такая созрела небольшая идея вести рубрику «Вопрос-ответ», потому что в комментариях вы задаете зачастую почти одинаковые вопросы. И вот решили в такой рубрике раз в неделю или раз в две недели отвечать на ваши вопросы. Пишите в комментариях, интересно вам это было бы или нет.
вопросы по поводу ремонта и все, что касается механики, мы будем переадресовывать Лехе, нашему великому механическому человеку. Ну, а соответственно, на все вопросы, касающиеся велосипедов, каких-то особенностей, будем отвечать я и Леха, который Арепьев. Было бы интересно послушать, почитать ваше мнение по этому поводу. Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене, пишите комментарии. Всем еще раз пока, до новых встреч!